Прошла мастопатия, ушли узлы щитовидки и многие другие проблемы. Давайте посмотрим историю, ведь благодаря этой истории мы поможем многим людям на планете Земля. Меня зовут Наталья, мне 64 года, пенсионер. Я получила хорошие результаты, принимая Дейт-Инай, с сентября месяца того года. У меня была мастопатия гнойная 20 лет назад, когда... по молодости, у меня резаная просто грудь, и я заметила, что у меня в груди побьючи, ног зашлись узлы. Потом у меня щитовидка была, здесь опухоль большая, узлы были щитовидной железы, и тоже они ушли, нету. Но я еще не делала УЗИ, хочу вот марафон кончится, попробую делать УЗИ. Смотрите, вы просто кушали клеточное питание без аптеки, да? С аптекой. Я поначалу кушала аптеку. Неомубен кушала, кардиовитин, у меня гипертония наладилась, аритмия наладилась, ЖКТ наладилась, неомубен я ела полгода. Теперь ем кардиовитин еще, и у меня налаживается кишечник вообще в хорошую сторону, как будто с марта пошла. Вот. И меня морозило все время изнутри, как будто кости мерзли. Ноги всегда мерзли. Я зимой боялась на улицу выйти. Сейчас у меня такой мерзлявости нет. А заказываем продукты клеточного питания через интернет-магазин напрямую с завода. По вопросам пишите в личку, подробнее расскажу и помогу заказать. Будьте здоровы!